Ютуба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Бравл Старс. Всеми желаю приятного просмотра, приятного аппетита, друзья. У меня просто радостная новость, потому что наконец-то, блин, 30 уровень. Наконец-то, дядька, блин, я подхватился и прокачался. Да, до 30 уровня. Напишите, какой же у вас уровень, ребята, мне интересно. По-любому там некоторые уже до 40-го дошли. Ох, дядька, на самом деле, вот на 30 уровне бы сейчас колледа бы получить, ну не, зато у нас будет на 4 сезоне. Вот, на 4 сезоне 100% пропуск, поэтому, ребята, ну, правда, чтобы его накопить, это надо будет, наверное, дойти, сейчас я вам скажу, до 62-го, то есть он еще не сразу будет, ребята, но зато как будет кайфово открывать вот именно столько много наград, много мегаящиков. В общем, ребята, сегодня у нас будет парочка квестов, видишь, у нас будет горячая зона, может, мы с тобой кого-нибудь позовем, потому что много, на самом деле, братишек. Ух, блин, за три просто. Вот, давай последнего братишку позовем. У нас в клубе сейчас наконец-то пошла активность. Дело в том, что, ребята, я сказал нашим пацанам, что до 27-го, но на самом деле я там продлил еще сроки, до 28-го, до 29-го даже, чтобы прокачали как минимум 19 тысяч, чтобы я был самым последним в клубе. Вот. Поэтому, ребята, если вдруг будут свободные места, клуб, если что называется, папуасы, короче, давайте посмотрим, кто. Магмар. Магмар, братишка, кстати, заметьте, ребята, вышло обновление, бэкграунд у нас новенький появился, и... Так, что у нас нового? Ох, дядь, и музыка. И посмотри, почему вообще музыка. Дело в том, что сейчас у нас скин к лунному Новому году. Вот оно что, ребята, такой вот скин. Давай посмотрим, заценим, пока там братишка присоединяется. Может, сегодня, я не знаю, посмотрим. Я вот, знаешь, когда начинаю снимать, никто не присоединяется. Когда не снимаю, прокачиваюсь, просто сразу куча просто... Вау, просто волшебство какое, когда ракета прям влетит в рожу врага. Посмотри на это, а, красава, красава ты как, а? Фейерверки прям какие. На, бах, бах. Не, ну прикольно, на самом деле, ребята. Я как и все остальные, блин, мои папуасы, мои друзья, знаешь, как делают, просто не покупают фейерверки, а на Новый год выходят и пялятся, и смотрят, вау, вау, и аплодируют, ребята. Так, ух, вот это прикольно, он чисто морковку такой кидает. Бомбу-морковку, блин, забавно, довольно. Так, а если мы сюда поставим штуку, ох, что за... Что это? Какой-то сыр, лепешки сыровые какие-то. Так, ладно, выходим, ребята. Так, что у нас по пацанам? Никто, посмотри, вообще никто не хочет сегодня. Что ты будешь делать, дядь? Сан Саныч, может, ты пойдешь? Давайте, короче, наверное... О, Сан Саныч, красава, у него там много кубков. Давай пойдем в горячую... Ай, горячую зону-то убрать. Ой, папуасиш, ну ничего, во, смотри, команда уже создалась, все, великолепно, ребята, мы пойдем, я думаю, в захват кристаллов, сейчас я выберу какого-нибудь такого, я думаю, Джесси, слушай, надо Джесси покачать, привет, вот, ну и, конечно, самое важное, ребятки, давайте-ка откроем большой бокс и мегаящик, блин, надеюсь, что-нибудь оттуда выпадет, в конце-то концов, три, опа, 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 ребята, ну-ка, что там для тарочки, и 200 этих, ну, хорошо, мегаящик. Опа, осталось предметов 4. Блин, как же это мне напрягает, ребята, потому что я всегда привыкший к 5 предметам. Сейчас настолько мы с тобой прокачались, что всего 4 предмета. Так, а, сейчас, секунду, секунду, друзья. Все, ну давай открывать потихонечку. Что делать-то? О, да блин, дядь, да что ты будешь делать? Ну, ёкарный бабай. Ну, ничего, ничего. На самом деле, кстати, сейчас у нас событие именно вот с лавиной монет. Ребята, успевайте, быстрее успевайте, чтобы было у вас все круто. Скоро я, ребят, хочу, конечно, 20 тысяч кубков. Я уже на самом деле не такой, как 3 месяца или 2 месяца назад. По скиллу уже возрос, возрос скилл. Так, ах ты гад, вон он как пошел. Так, ладно, ладно, тихо, тихо кружимся. Да блин, смотри, как он, да. Просто посмотри, какой говнюк, а. Ох, красавцы, красавцы, все, чики-бомбони. Быстренько активируем пушечку.
Все, у нас пушка тут есть. Так. Так, хотя бы пушка бы, хотя бы пушка-то бы чуть-чуть нанесла. Ну ладно, 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 ребята, ничего, 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 ничего. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Рукожопы-то какие мы, а? Дядь, ну это капец. Так, спокойно, 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 спокойно. Главное, сейчас им не дать. Блин, а то проиграем, блин. Есть, красавцы. Ребят, ребят, ребята, я пока на один фланг ходил, блин, уже у нас тут все просрано, офигеть. Так, спокойно, спокойно. Ух, красавчики просто. Давайте, ребят, пять. Молодцы. Так, сейчас пойдем, пойдем, пойдем. Блин, блин, Сан Саныч! Ох, черт, но это было nice try. Ребята, nice try, практически, практически. Надо было, конечно, угонять, и у нас бы все получилось, ребят. Блин. Ничего, ничего страшного, потому что непривычно. Ничего, ничего. И сейчас посмотрим, кстати, на кубки. Какие у них 700-е кубки? Ничего. Ничего, ребята, очень-очень даже хорошо получилось. Практически, практически, ребята, мы забрали, ушли и было великолепно. Хорошо. Хорошая попытка, хорошая. Уже 1300 нафармил. Отлично, отлично, ребята, можно... Будет уже прокачивать. Я очень хочу, на самом деле, Тару прокачать до десятки, чтобы был именно гаджет у нее. И, блин, пассивочка. Блин, капец, капец, как хочу. Когда это будет, неизвестно, ребята. В основном совсем другое получаю, ребят. Вон, на Шелли недавно навык выпал. Ну, знаешь, типа не дробовик, а как какое-то ружье стреляет. То есть применяешь, и выстрел, ну, в принципе, полезно, полезно. Потому что иногда бывает такое. Короче, сейчас, ребята, давайте попробуем. Я сначала сюда пойду. За Джесси по факту-то, блин, легко играть. Чё тут за нее играть-то, ребята? Просто эти шары... О, бул. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, бул. Булщит. Всё, ребят, видите, как... Да, спокойненько вот так вот применяется. Бул у нас идет. Ах ты, гад какой, а. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Сейчас, ребята, надо успокоиться, надо успокоиться, чтобы было все окей. Тихо. Так, потихоньку, потихоньку, помаленьку. И, конечно, вот Динамайк бы как помог. В плане, знаешь, каком? В том, что он разрушил бы это все, было бы шикарно. А так получается, блин, видишь, что... Фиг поймешь чего. Так. Смотри, вот здесь где-то. Ну, конечно, он ушел с нашими гемами. Тихо, тихо. Они сейчас тут по-любому пойдут.
Бывает ты такое. Там уже 752-й. Не, на самом деле очень годно, жестко держались ребята. Ну что ж, пацаны, следующая у нас попытка. Должны мы сейчас с тобой, ну, хоть что-то сделать. Сейчас попробуем, ребята. Наш братишка взял бо. Сейчас проверим, как это все будет. Мортис, конечно, вообще меня ужасно бесит. Как же меня Мортис прям вымораживает. Так, ну что делать? Короче, самая офигенная такта здесь тактика, это именно взять... Ну, слушай, динамайт бы неплохо, на самом деле, влился бы. Так, понятно, никто не знает, какую будем брать площадочку. Тихо. Окей. Так, тихо. Красавцы, молодцы. Потихонечку, помаленечку. Молодцы, хорошо, вообще хорошо идете. Хорошо, что я эту турель, блин, там поставил. Отлично. Сейчас. Тихо. Красавцы, молодцы. Просто смотри, что делают, а. Просто берут и дерут. Молодцы. Вот это я понимаю. Вот раз. И вот сделали в глаз. Тихо. Мортис, это та еще жопа. Но не сегодня. Красавцы. Вот это я понимаю, блин. Взял кого надо. Так, давайте, ребята, еще разик хотя бы выиграем, потому что это капец какой-то, блин. Что ты будешь делать, дядь? Надо прокачиваться. Сейчас мне еще надо хотя бы сотку, блин, наверстать, потому что за ночь, ребята, 1000 кубков поднял, но это на броуболе, то есть там спокойно идешь, повторяешь, это прикольно, вот, но прикольно где-то минут 30, потому что потом уже начинают мозги плавиться, одно и то же, вот знаешь, всегда напрягает. Так, дубль 2, давайте, ребята, еще выиграем одну каточку, чтобы здесь прям, ну, показать скилл. Итак, Пайпер, блин, сейчас будет Пайпер, хотя в кусты можно, в принципе, будет сейчас у нас пойти. Так, Мортис. Тихо. Так, понял. Все плохо, ребята. Так. Зеленолистый. Что ты будешь делать, а? Посмотри. Пайпер, кстати, неплохо, нормальный Пайпер. Есть. Хорошо, турель нам помогла. Чуть не отобрали, правда. Так, турелька у нас там стреляет. Пайпер, ну... Да куда ж ты будешь делать-то? Гаджет. Так, ребят, надо собраться. Правда. Что тут, блин, один этот, блин, и то вывозит. Вот, норм. Так, пошло дело. Да, блин. Нельзя просто отпускать этого ублюдка. Но мы отпустили. Блин.
жалко. Но смотри-ка, 800 кубков, в принципе, мы молодцы. Уже потихоньку что-то получается. Если честно, ну плохой выпуск. Ну что ж, друзья, в общем, сегодня получился не очень, конечно, выпуск. Мы, в принципе, с тобой молодцы, хорошо держались. То есть, ну, я бы не сказал, что прям вообще фуфло полное, но надо подтянуть скилл. Видишь, я уже не хочу один даже идти. То есть, понятное дело, если бы я сейчас один куда-нибудь зашел в столкновение, к примеру, да, мы бы с тобой по-любому выиграли бы. А так, к сожалению, ну... Но хоть как-то, друзья, мы с тобой реализовались немного... Да как немного, много ошибок. Но ничего, друзья, потому что впереди у нас еще куча выпусков. Не переживай. На этом все. Спасибо тебе огромное за просмотр. Спасибо за лайкосик, бро. Бай-бай, дорогой братишка.